Катя, я очень люблю работу, очень профессиональная, она ценит и свое, и чужое время. Вот в этот раз она пришла на проект театра одного актера. Ну, мужчина, поддержите, а? Сейчас я подождите, пришлю снимать. Эх, раз, еще раз, еще много-много раз. Эх, раз, еще раз, еще много-много раз. Все, Катя, ну тогда очень хорошо, да. Ну вот хороший, поймите. Очень хороший, вот да. Хороший, да. Вот этот лучше. Угу. Класс. Да, нет, все. Все, Катя, Магдалина делает, да, кайфщийся. Катя Гусева в течение нескольких часов показала, на что она способна. А способна она очень на многое. Не, видно, снизу там был здоров какой. У нас было 4 или 5 ролей. Все разные, все совершенно разноплановые. И она моментально входила в образ. И моментально из него выходила. Должна сказать, что очень хороша во всех образах. Можно я гляну? Она была в очень хорошем расположении духа. Она была очень инициативна, она предлагала какие-то решения новые ту или иную роли. И была практически и актером, и режиссером в одном лице, что очень мне помогало, потому что я скромно выполняла роль оператора. Ну, очень хорошо. Вниз головой ее или за руку? Как бы вот так вот. Сам не видно, Катюш, я подобрала и спрятала. Да, 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 жопу хочется, Катя. Шикарно. Очень хорошо. И так к ней. Да-да-да, и так она брезгливо, как мыша. Выкинет ее сейчас. Угу. Ну нет, что, есть? Хорошая, есть. Американская есть, улыбка. Есть. Подрисуем формы. Да, красоту, да. Уберем вот этот бодорчик подставим. Ну да, вот этот скот. Ножки спорт, достаточно, да, толстые. Ножки сделаем еще чуть-чуть. Cause honey, I'm not bad. You had a good thing, so I can't blame you for trying.